Их работа – заботиться о здоровье граждан. Сказать спасибо медикам и волонтерам пунктов вакцинации от коронавируса решили участники акции «Мы вместе». Подмосковные активисты Народного фронта совместно с представителями фонда «Соратники» передали продуктовые наборы для волонтеров и медиков, которые работают в торговых центрах и других пунктах, расположенных вне медицинских учреждений. Мы поддерживаем их с начала пандемии. Это и питьевая вода для глобуса, и продуктовые наборы были для медицинских работников. А сегодня региональный штаб Общероссийского народного фронта, фонд «Соратники», компания «Нестле» передала для нашей Щелковской областной больницы 120 наборов. В наборе готовые завтраки, каши быстрого приготовления, кофе и шоколад, рассчитанные на 120 человек. Это самое маленькое, что мы можем сделать для этих людей. Потому что забота о нас с вами, она оказалась незаметной, обратите внимание. Вот незаметно, они незаметны. Но вот эти условия, я смотрю, и меня просто шокировала хорошесть всего этого. И это правильно. Потому что, видимо, это поддержка всех нас с вами. Очень много было сказано слов благодарности в сторону врачей, среднего персонала, вообще медицинских работников, да, которые занимаются вакцинацией в этот тяжелый период времени, в этих мобильных пунктах вакцинации. Мы хотим выразить благодарность, что про нас помнят, участвуют всегда. Да, это действительно искренняя благодарность, и наши сотрудники все благодарят за это. Разгрузка продукции проходила в пункте вакцинации, расположенном в гипермаркете «Глобус». Стоит отметить, этот магазин также является партнером Народного фронта в рамках акции «Мы вместе» и оказывает поддержку. Из «Глобуса» волонтеры передадут продукты и в другие пункты вакцинации Щелково. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.